Танцы на ходулях, игра на барабанах, зажигательные песни и яркие костюмы окрасили столицу Гаити Порто-Пренс во время ежегодного карнавала цветов. Это один из нескольких фестивалей, проходящих в столице и близлежащих городах и деревнях перед постом. После разрушительного землетрясения 2010 года традиция его проведения прервалась, но в 2012-м президент страны Мишель Мартелли ее возродил. Он также появился на празднике, несмотря на недавние антиправительственные протесты. Тысячи людей прогуливались и пританцовывали на улицах, где до землетрясения располагался административный район. Яркие костюмы и танцы закрасили грустные воспоминания. Однако в последние два года количество критиков мероприятия росло. По их мнению, государство тратит на веселье слишком много денег, которые пригодились бы в других сферах.